Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Клавдий. Клавдий – римский император около 41-54 года н.э. Младший брат Германика. Провозглашен армией императором после убийства его племянника Гая Калигулы, хотя у самого Клавдия не было особых государственных заслуг при Августе и Тиберии. Клавдий отличался хромотой и заиканием, что делало его предметом насмешек. В исторической памяти он остался болезненным и слабохарактерным. Но в то же время был ученым и историком, а его государственные законы, сохранившиеся в надписях, и речи, о которых упоминает Тацит, говорят о нем как о твердом и проницательном политике. Считается, что он был отравлен своей четвертой женой Агриппиной. Но менее известна его третья жена Мессалина, его любовные похождения, окончившиеся трагически, один из притягательных сюжетов римских историков. Как и другие императоры, Клавдий был обожествлен после смерти, что стало предметом насмешки Сенеки в его сатире. Ну, вот так вкратце, немного, о Клавдии, римском императоре, младшем брате Германика. Пока-пока, до свидания.